Всем привет, с вами снова Доминик Джонс. И сегодня продемонстрирую такую игру, как Touch Racing Nitro. Так, ну, запускаем турнамент, уровень пока что. Ну, давайте новичок сделаем. Это жанр гонки, да, гонки. Так, вот у нас выбираем трассу, выбираем тут машину. Ну, пока все закрыто, можно перекрашивать. Вот, ну, давайте вот так. Все, погнали. Вот, графика очень даже симпатичная. Управлять надо пальцем. Ну, чем ближе мы жмем к машине, тем медленнее машина едет. Чем дальше, тем быстрее, соответственно. Вот, есть возможность нитро, но для этого надо просто потрясти телефон. Сейчас покажу, может получится. Так. Вот сейчас сфокусируется. Если сфокусируется, блин. Вот. Получилось. О, уехала машинка. Короче. Вот так вот мы управляем ей. Есть даже вот физическая модель. О, он вылетел там соперник, да? То есть гонки очень-очень даже неплохие. О, блядь. Ничего не... То есть разрешение адаптировано под 320 и 480. Играет интересно, но сначала, конечно же, сложновато с таким управлением, все-таки непривычно. Вот. Я думаю, игра достойно внимания. Занимает на телефоне 18 мегабайт. Установочный файл весит 14. Ну, в принципе, немного вот мы гоняем. Погонялись. С вами был Дин Джонс, и ждите новых обзоров.